На самом деле, до того, как мы стали государством 25 лет назад, мы 5 лет выступали как камерный оркестр классика, не государственный. Считайте, мне вместе с оркестром 100 лет. И там у нас же фестиваль.
кто еще не был, это безобразие. Это просто замечательные места. Это Гончаковский, там, оттуда отослал оконченное отделение Денисовой. Представляете? И мы сделали фестиваль Империи Чайковского, каждый год там выступаем и хотим, чтобы как в футболе, знаете, за нами ездили долго, там где-то туда-сюда. Я об этом мечтаю. А сейчас Иоганн Штраус, кстати, написал там этот вальс, «Роза и Люба». Вы в Фрайе еще не были, посмотрите, если вам нравятся цветы. Вы не захотите уходить домой вообще. «Роза и Люба». Thank you.
Thank you.